I trust. I know it's hard to believe this is us. Всем привет, ребята, с вами Локи, мы продолжаем играть Dark Souls 2 и продолжаем наше путешествие по этой пиратской бухте. Давайте посмотрим, как этот парень умер. Полетел, начал пить, но его тут же прибили. Нужно смотреть в оба, потому что могут опять эти саблями, ребята, вылезти. Так. Осторожно, засада. Засада, засада, да? За. Пока никого не видно. За. Ну, ребят, что-то я не вижу вашей засады. Видать, они засали. Так, окей, там есть два. Там вижу еще два. Ой-ой-ой. А он у нас лучник. Так, шикарно. Давай, беги. Бегите к папочке. Нет, нет. Ух ты, вот это они комбинационно нас завалили, дорогие друзья. Неплохо, неплохо. Ну что, и теперь нам заново, да? Но я предлагаю, знаете что? Использовать человечность и присесть к костру. Присели к костру, вот теперь можно отправляться. Путь-дорогу, конечно, дорога, друзья, нам предстоит не ближняя. Ладно, с двумя разобрались. Давайте сюда. Сейчас проведем быструю зачистку. Отлично. Давайте наверх. Там один, по-моему, есть. Да, он прямо тут за поворотом. Готов. Уже просто, когда знаешь, кто где, гораздо легче. Тарам-парарам-пам-парарам. Жалко, конечно, друзья, вот здесь вот никак нам не сократить этот путь и не попасть сразу туда. Ну, что поделаешь.
щит пехотинца. Ну, вот этого вот я уже смысла не вижу бить. Давайте тогда сразу сюда. Ух, как хорошо мы их прочесали-то разом. Теперь наверх. Наверху, я помню. Оп. За спиной один засранец будет. Да, хорошо. Очень хорошо. Так. Один здесь. Оп. Так. Снизу дурачок свалился. Ну, нам дела до него особого нет. О, вот это, вот это. Призыв фантома. Ну, давай, пожалуйста, пожалуйста. Ты нам очень поможешь. Есть. Ес. Теперь будет попроще. Пойдем. Давай, давай, вниз, иди вперед. Ну что ж ты, засранец-то какой, а? Так, по-моему, сюда. Да. Да-да-да. Вон они там бесятся, иди. А у нас нет ни ножичков, ничего, да? О! Метательный нож. Это хорошо. А он пошел их уже рубить. Ну и правильно. Смотрите, если их застать врасплох, то они довольно быстро. О, он пошел рубить. То они довольно быстро уходят. А души нам летят? Блин, вообще шикарно. Так, с этим разобрались. С этим тоже. Вот здесь что написано? Враг справа. Угу. Пойдем, дружок. Ты мне теперь на корабле будешь помогать. Ты чё, в воду свалился? Нет. Вон они бегут, аккуратно, давай. Ты бери одного, я другого. Ну, хороший выпад, а теперь добивание. Прекрасно, мы с ним хорошо справились. Но у меня вопрос. Опа. Смотрите-ка, тут еще один.
Отлично. Нам по этому кораблю, что ли, пройтись нужно? Ну, хорошо. И тут у нас пелена, дорогие друзья. Заходим. Мать вашу. Кто вы такие? Нихера себе! Отходим, отходим. Давай, молодец, а теперь я. Ой-ой-ой-ой-ой. Отходим, отходим. Прикрой меня. На. На еще. На тебе еще. Так. Можно. Оп, готов. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Фантом Ассасин. Ты нам очень помог. Тут у нас есть лесенка, по которой мы можем подняться. Да, это немного для пироманта все. А что же вот это такое? Ну, вроде как вся территория была зачищена, все, что могли, забрали. И теперь уплываем к очередному какому-то замку. Сейчас у нас, в принципе, что есть из того, где мы не были. Помните, вот, где были огромные великаны? Прочитать сообщение. Начинается драка. Куда мы с вами вообще прибыли? Наверху я вижу какой-то то ли замок, то ли что-то. Так вот, помните, в начале, где были великаны, мы опускали с вами большие ворота. Вот туда мы еще не ходили, но давайте пока смотреть, что же нас ждет дальше. Прикоснуться к пятну крови. Он бежал, бежал и сам упал. Понятно. Так, лады. Смотрим, как погиб ты. Бежал, бежал, бежал и тоже свалился. Ясно. Слава, свет. Приготовься. Переключиться, прикоснуться к пятнышку крови. Не останавливайся.
Да они все падают куда-то. Осторожно, сообщение. В общем, он побежал. Куда-то. И улетел. Хорошо, это тоже бежит. Нифига себе, он просто вниз провалился. Этот побежал назад. Ну, сначала, друзья, сверху. Ага. Вот оно как. Слева перекат. Подумай хорошенько, и тогда удачи. Предмет. А тут что? Печаль впереди. Ну как-то все у них тут слишком. Как ты умер? Он, короче, стоит. Побежал, упал. Решетка закрылась, и мы отправляемся вверх. Блин, а как вот туда попасть? Ага. Как-то. Туда можно попасть. Но как? Печаль впереди. Ладно, друзья, мы попали в какую-то тюрьму. Поехали тогда наверх. Пустите меня! Не знаю, как туда попасть. Возможно, в дальнейшем мы это узнаем. Ну, пока. У нас 25 тысяч жизней, точнее, душ. Не хочется с ними расставаться. Так, тут ничего. А вот тут что-то... О! Лучистый самоцвет жизни, хорошо. Тут тоже ничего, тут тоже пусто. Кто-то воет. Забытая крепость. Знаете, мне это напоминает крепость из... первого Dark Souls, когда мы только начинали, где было обучение, это тоже было что-то похожее на тюрьму. Обычный плод. Отлично. Хорошо. Разжигаем костерок. Я думаю, фантомом вызывать не будем. Я предлагаю вам, друзья, отправиться в Маджулу. Там посветлее, поярче. И, скорее всего, друзья, мы сейчас как раз отправимся к тем великанам. Пойдем наверх. И будем смотреть, что же там у нас за дверь. Потому что хочется добить ту локацию, узнать, что же там все-таки уже
Но сначала немножко покачаем уровень. Is that a shard you've here? Let me to see light, however faint it might be. И улучшим еще фляжку с эстусом. Фляга с эстусом усилена. Посмотрим, что есть из оружия. Оружие. Так. Прямой меч. Это что? Меч рыцаря Хейда. Двуручный меч великана. Алебарда. Нам силы, силы на нее не хватает, поэтому давайте еще немного покачаем силу. Так, новый уровень. Новый уровень. Силу. 2, 3, 4. 4 силы. Немного жизни. Давайте жизнь. А вот это у нас, по-моему, да, выносливость. Вот так вот подтверждаем. 52 уровень. Круто. Также сейчас, я думаю, мы используем те души, которые мы нашли. Использовать. И давайте немного прокачаем оружие. Так, поговорить. Да нет, с нами все в порядке, дружочек. Усилить. Необходим осколок титанита. Давайте вот этот меч покачаем. Осколок титанита. Так, так. В принципе, можно броньку качнуть, доспех рыцаря. Ну да ладно. I'll be around if... Так, а что у тебя здесь, кстати, написано? Назад, словно во сне. Как они туда вообще залезли? Ладно. Отправляемся, друзья, тогда. Кстати, сколько у нас душ? 2200, но этого будет маловато на прокачку. Так, где у нас были великаны? Наверное, отсюда будет даже поближе. Отсюда будет поближе добраться до того моста. Там была пелена, и, скорее всего, там будет босс. Так, 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 так. Туда мы ходили. Следовательно, нам... Так, оттуда мы тоже пришли. Где тут спуски-то, ядрён, матрён, кроме этого? А, вот лестница. Ну, а вот и рыцари. Что-то он немножко подзалип. Ну да ладно. Нам это даже на руку. Но с этими тремя будет посложнее. Их нужно выманивать по одному.
Но они оба поперлись за нами, да? Да. А, смотрите, я знаю, что мы сейчас. Аккуратненько. Мне интересно, они пройдут сюда или нет? Прошел. Скотина. А, один улетел. Ха-ха, нормально. Попал все-таки, да? Задница моржовая. Но один улетел, и это хорошо. Все-таки обратно он вернуться не смог. У нас остается один щитоборец, который стоит вот в том конце. Да, вот он. Давай, дружочек, давай. Моя очередь. Ай-яй-яй. Да, пропустили все-таки удар. Выманивание. Давай сначала ты. Отлично. Пойдем сюда. Пойдем, потанцуем в кругу. Через какую бы лучше сторону с ним крутиться? Через право или через лево? Ух! Опять треснувшее синее око. Здесь, по-моему, ты один, и я думаю, нам с тобой местечко хватит покружить. Теперь выносливости хватает провести быструю атаку на целую жизнь ему. Да, осторожно, кольцо. Вот, остался последний. Опять пропустил одну атаку. Ладно, выпиваем жизнь. Ну и я думаю, друзья, мы увидимся уже в следующей серии. В следующей серии мы как раз зайдем в эту пелену и узнаем, что же нас там ждет. Так что, друзья, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте побольше лайков, оставляйте комментарии. С вами был Локи. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.